Сергея, житель города Душ. У меня вот два вопроса, короткие, а ты более риторический. Почему такие движения и встречи стали у нас случаться после таких печальных событий? Почему нельзя было всем этим заняться раньше? И второй вопрос. Мы много говорили о легальной, о несанкционированной торговле. Есть санкционированная торговля. И каждый житель города Пушкина знает, где после 10 вечера купить водку. И любой алкоголь, любой магазин, торгующий спиртным и работающий круглосуточно из-под полы, спокойно продает водку. Поэтому хотелось бы заострить на это внимание, чтобы чаще приходили проверки. Спасибо.